Так, всем привет, продолжаем играть в Колобот, и у нас миссия, вот, мы на Луне. Так, ну, в прошлый раз я чуть-чуть не сохранил, поэтому чуть-чуть доигрывал до того состояния, на котором мы закончили, вот. Итак, у нас есть, вот здесь батарея, я поменял, есть у нас построенный летающий сборщик, но у летающего сборщика нет батареи. Значит, попробуем сейчас вот этому нашему сборщику написать программу, которая заставит его взять батарею. Блин, а какой он возьмет? Ладно, взять батарею. Дальше. Найти сборщика. Поехать к нему. И отдать ему батарею и приехать на это место. Ну, давайте попробуем. Так, первым делом. Find fly, короче, какой-то. Так, первым делом давайте запомним все-таки свои координаты. Это у нас point. Pos равно position. Чтобы потом вернуться обратно. Дальше. Дальше нам надо object. И найдем радар. Так, категории. Давайте. И нам нужно найти летающий. А, вот все, что мы можем строить, да? Всех колесный сборщик, гусеничный, летающий, потом снифер, стрелок. Ого, орго стрелок. Сабер, утилизатор. Да тут немало всего можно построить. О, блин, чужие есть. Королева чужих есть. Во, круто. Надо до них обязательно дойти. Так, мины есть, барьеры. Да. Так, нам надо найти летающего сборщика. А, летающий сборщик. Вот он. Так, винджет граббер. Хорошо, радар ищем. Винджет граббер. Неправильно я написал. Неправильно. Где он? Винжед. Винжед граббер. Винжед. Могли бы подсказывать. Нашел. Его нашел. Дальше. Граб. Вот. Граб. Тут, оказывается, эта функция еще что-то принимает. Ой-ой-ой, давайте нажмем вот здесь, grab. Итак, инструкция, написанная в данной форме, забирает объект, лежащий перед ботом. Но! Оппер. Эта инструкция обращается к рабочей руке сборщика, чтобы взять ближайший объект. Оппер означает, что бот должен сначала отыскать объект. Если это не обозначить, подбирается объект прямо перед ботом. Итак, in front берет перед собой, behind берет позади, energy pack берет свою собственную батарею. Бу-бу-бу-бу-бу. Но нам надо скопипастить, ведь он же в какая-то, ладно, нам Хьюстон прислал программу, вот. И в этой программе grab in front берет. Потом бросает, потом grab energy cell. Ну, давайте напишем grab energy cell. Где тут grab energy cell? Ну, взял он. Давайте потом go to item.position. Поехал он, и потом drop, так, и потом go to pos. Ну, я надеюсь, он возьмет нужную батарею. Да что ты делаешь? Ну, конечно, как ты дальше поедешь? Не, это какая-то ерунда. Так, давайте, спереди батарею. Нет, нет, нет.
Фу. Уже что-то несу. Молодец. Я так понимаю, что ты уже ничего не принесешь, потому что бросить ты тоже не можешь. Ехать ты не можешь. И ничего ты не можешь. А как быть вот теперь в этой ситуации? Батарею-то он вытянул. Дальше у нас что-то пошло не так. Блин, круто. Ладно. Давайте это я скопирую. И загружу вот это все. Напишем чуть другую программу. Надо было не граб, просто, а надо было просто найти. Так, давайте find fly напишем. Find the jet или как он там? Винджет. Ладно, без разницы, сейчас сюда скопируем. Вот так вот, короче, сделаем и все. Так, теперь нам надо найти батарейку. Так, давайте ищем батарейку. Радар. Ищем батарейку. Дальше. Едем к ней, берем ее. Дальше ищем. Ищем наш этот. А у меня же есть уже эта программка. Точно, что-то я уже тупить начинаю. Окей, вот же у нас есть find. Неправильно назвали, ну ладно. Так, граб. Мне надо не граб, мне надо... Давайте pause point и cell pause равно радар energy. Нашли. Дальше надо к ней дальше поехать. Так. Cell pause. Дальше взять ее. Граб. Дальше поехать к нашему стрелку. Item. Точка position. Дальше приехать к нему, сбросить ему дроп батарею. И дальше go to. Вернуться обратно. Pause. Вот так вот. Надеюсь, здесь ступняка... Что? Неверный тип. А, не point, я понял. Item. Вот здесь точка по... Точнее, не item, а object. Object. Вот. Да что такое? Так. Так, давайте сохраним. Луна 1, сохранить. И запустим. Текущая миссия сохранит. А ты ж... Блин. Ту-ту-ту-ту. А что не так в программе? Найти батарею. Вот, он находит нашего сборщика. Дальше. Вот находит батарею. Дальше. Go to к батарее, блин, граб. Потом go to к стрелку. Что не так в этой программе? Давайте еще раз ее запустим. Не понял. Ну я же вон go to, я же ищу батарею. Давайте закомментируем, что-то я не понимаю. Ну вот, object cell post. Ищем. Ищем. Тут даже он справка есть. А, это просто граб. Ищем батарею.
Дальше едем к этой батарее. Вот что тут не так? Что не так в этой программе? Ну, давайте я это уберу. Вот это уберу. И вот это уберу. Вот. Запускаем. Какая-то... Go to cell position. Ничего-то я не врубаюсь. Почему? Радар, давайте. А, нам надо, надо, надо. Где тут? Где тут, где тут категории? Так. Вот, power cell. Правильно? Блин, чё я гоню? Нам надо... Фу, все правильно, все правильно. Нам надо... Нам надо, нам надо... Да, если бы эту справку распечатать, было бы на порядок удобнее. Power cell. Вот, пап. А что такое energy cell? Power cell. А Energy Cell, что это было? Да, наверное, надо как-то эту справку распечатать и положить под рукой, потому что много тупняка получается. Так, давайте, окей, сейчас я быстренько его отвезу обратно. Не наехать, главное, но уже наехали. Давай, 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 давай. Energy Cell. Ну, давайте вот здесь его поставим и запустим. Так, вот он. Ну куда ты поехал? Ну вот же есть ближайшая батарейка. Куда он едет? А, ему... Ладно. Так, по идее, сейчас мы зарядим нашего летающего сборщика. Давай, дети, дети, дети. Ложи и отъезжай обратно туда. Во. Ну, хоть это отработало. Это радует. Есть. Теперь у нас есть летающий сборщик. Летающему сборщику мы напишем программу, которая будет собирать 4 куска титановой руды. Хорошо, что нам надо? А, вот, одно место есть. Значит, не понял. Окей. Так, find titanium ore. Теперь ищем этот титан. Так, так, значит, что нам нужно? Нам нужно object titanium pos равно radar titanium ore. Есть. Дальше. Дальше нам надо запомнить нашу координату. Так, так, давайте. Point start pos равно position. Дальше. Нашли мы этот титан. Ну, мы проверять не будем, так как в миссии сказано, что, в принципе, этот куски титана здесь есть. Дальше. Дальше. Нашел я этот титан. Дальше мне нужно к нему слетать. Go to. И go to t pos position. Так. Дальше нужно его взять. Grab. И дальше, 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 дальше прилететь на то место, откуда мы стартанули. Так, так, значит, go to start pose. Прилетели и сбросить. Drop. Это одна программа. Вот. И еще одна программа будет, 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 будет. Find ship. То есть я сейчас object ship равно радар. Я сейчас найду космический корабль и туда полечу, чтобы сейчас не управлять. Так, радар. Дальше. Нам надо найти... Блин, а как этот щип пишется?
Где он тут? Роботы. Эти. Где тут космический корабль? Здание. Щип. Как он писался, этот корабль? Категории являются объектами. Даже сам игрок. А как этот корабль? А, поиск, поиск. Как он назывался? У нас где-то в программе было это? Вроде не было. Космический корабль. Блин, вылетело из головы, как он назывался. Сейчас нажму паузу, найду. Ну да, блин, это ж корабль. Вот он, Spaceship. Так, Spaceship. Надо найти Spaceship. Spaceship. Дальше. Летим к нему. Go to ship.position. Вот так. И все. Походу. А ну-ка. Лети, лети, лети. А приземляться. Приземляется. А теперь ищем наш Титан. Ту-ту-ту-ту. Что такое? Почему? Ладно, давайте я чуть-чуть поуправляю. Запустим вот отсюда. И полетел он. Ну, посмотрим, найдет он что-нибудь. Ага, вот, есть три куска. Нам надо четыре найти. Хорошо. Так, сейчас он должен взять этот кусок, взять и... Как это место занято? Что ты... Ну, давайте, вот у нас есть мини-программа, которая просто отправляет нашего сборщика летающего к космическому кораблю. Чё место занято? Я что-то не понимаю. Надо будет, не записывая, разобраться с этим всем. Так, давай, садись. Сейчас мы допишем эту программу. Find Ship. Надо было изменить название. Допишем ее так, чтобы вот здесь было drop. Вот. Drop сбросим. Так, взять. Сбросили. А эту программу изменим. Потому что... почему-то вот здесь старт пост пишет занято. Ну давайте это уберем тогда и это уберем. Вот и пусть летит, еще один кусок несет. Что ты делаешь? Дроп, где тут дроп? Он же ищет ближайшее, а нам ближайшее не надо. Это в какой-то миссии было. Точно, как там указывать, что нам надо не ближайший, а дальний? Как-то было, мы указывали, что нам дальний надо. Мин, макс, сенс, ёлки-палки. Я сейчас нажму паузу, сейчас пороюсь в сохраненных играх. Вот, я нашел, там у нас было... Короче, минус один. Это будет искать дальний. Окей. Эту надо убрать. Так, давайте еще раз запустим. Место недоступно. Офигеть, как это недоступно. Давайте развернемся и еще раз. Да, он тупит. Надо какой-то флаги расставлять, чтобы, наверное, он к ним сразу ехал, потому что он сразу почему-то... Ой-ой-ой, блин, дальний. А дальний это, наверное, совсем дальний. Какая разница? Давайте посмотрим, что там с этими. Ништяки есть, нету. Ну, луноход, флаг. А, наверное, нету -то здесь ништяков. Так, летим обратно на корабль.
Ну, сейчас таким образом я соберу, наверное, 4 этих куска. Наверное, надо сейчас поменять батарею, сейчас он прилетит. Текущая миссия сохранена, это хорошо. Вот, сейчас я соберу 4 эти куска. И на сегодня все. Ну, конечно же, что я могу сказать? В принципе, интересно, но нужна подготовка. Подготовка в плане нам желательно, чтобы или какая-то распечатка была, или блокнотик со всем этим добром. Вот, потому что сидишь и вспоминаешь, какая же функция, за что отвечает. Вот. Так, давайте этому, вот этому. Find Power Cell. Попробуем поменять батарею, да? Давай, 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 дружу. Давай, 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 давай. Ну, почти, 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 почти. Блин, фиг он возьмет. Этому чуваку надо было сбросить батарею. Как тут? А как ему сбросить? Давайте я попробую вот этим сбросить сюда. Вот эту батарею взять. Нет, он берет не ту батарею. Хорошо, давайте я эту сброшу. А возьму вот эту батарею и отвезу ее от греха подальше. Вот, и куда-то сюда сброшу. А вот эту вот программу я скопирую. Блин, если она скопируется. Копировать switch cell. И эту программу еще вот сборщику поставлю. Вот так вот. Окей. И давайте попробуем собственноручно поменять. Нет, не тупи, не тупи. Не хочет он менять батарею собственноручно. Блин, и выехать отсюда. Что-то он. Да, есть непродуманные моменты, но давайте последний попробуем еще раз поменять батарею. Так, взял, положил свою батарею, вытянул. И эту взял. Отлично. Ну, хоть так. Потом, я думаю, научимся. Да, короче, что я говорил. Здесь нужна, конечно же, небольшая такая подготовка. То есть лучше всего блокнотик. Или написать такую справочку для себя, удобную по константам, какие есть объекты, какие можно искать, как называются все эти космические здания, корабли, вот. Ну и дальше мелкие примерчики. То есть это, да, если так сделать, то это будет очень удобно. Вот. И гораздо быстрее будет происходить программирование. Вот. Потому что, как вы видите, я сижу, вспоминаю, что, как. Ух ты, температура реактивного двигателя. Так, вот, сижу, вспоминаю, и в результате процесс идет не так быстро, как хотелось бы. Вот. Ну, ничего, сейчас эту миссию уже долетим. Вот. Ну, не знаю, нет времени у меня на самом деле даже подготовить вот такой документик для себя, так как сейчас сразу же полно других задач, которые надо делать. Так, ну и давайте четвертый кусок принесем. Find. Пока нажмем F1. Вот, и чтобы не сбиться с пути, продвигаясь между кратерами, используя мини-карту. Как не сбиться с пути? Я ботов запрограммировал. А бот, когда я читал справку, никуда не летел. Плохо. И у нас здесь растет температура реактивного двигателя. Я так понял, а далеко летать не получится без перерыва. То есть надо будет в любом случае, вот типа как сейчас, сел, посидеть, перекурить.
и дальше лететь обратно. Ну, думаю, с этим тоже разберемся. Итак, летим, летим, летим. Думаю, надо будет эти миссии как бы проходить не полностью под запись, а так, какую-то часть сделал и рассказал, как сделал. Наверное. Миссия пройдена, и что-то все зависло. А, не, все нормально. Так, 4 куска руды, батарей нету. Ну, хорошо, прошли. Ой, блин, а тут опять тренировки всякие. Так, отточите свои летательные способности. Ну, отточим, но уже не сегодня. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, комментируем, советами делимся. Уже поделились подписчики своими советами, как то и как все. То есть там на момент записи этого видео уже был совет, как ускорить саму игру. Оказывается, это кнопки F4, F5, F6, F7 и F8. Вот, и можно нехило ускорить. Блин, а я, кстати, об этом что-то забыл. Можно было ускорить, чтобы бот гораздо быстрее бы пролетел бы это все. Ну да ладно. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь, ну и все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.